Предстоящие выплаты работники образовательных учреждений в сфере культуры наверняка обсуждали и в ходе августовской конференции, прошедшей в Твери. Традиционно на этом форуме подводятся итоги работы, делятся опытом, ставятся цели на предстоящий учебный год. Подробности расскажет Наталья Чекет. Конференция проходит в преддверии нового учебного года, являясь, по словам участникам, не менее важным событием, чем День знаний. Традиционно сюда приглашаются руководители и специалисты органов управления культурой, работники профильных муниципальных учреждений, профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и искусства. 1 сентября открывают свои двери 64 детские школы искусств. Основные моменты, которые мы рассмотрим, это, конечно же, и наставничество, и одаренные дети в нашем регионе, и дети с ограниченными возможностями здоровья, которые начали приходить в детские музыкальные и художественные школы. Как отметили участники конференции, в Тверской области сохраняется стабильная система дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. В начале мероприятия для собравшихся был представлен творческий подарок от участников летнего лагеря молодых дарований Верхневолжья по направлению музыкальный фольклор. Особенной частью мероприятия стало чествование выдающихся работников образования. Кроме того, конференция включала в себя не только дискуссионные, но и выставочные площадки.